тури, 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 ту. Ну а мы продолжаем нашу рубрику «Надпись на песке». И сегодня надпись на песке для Булата Муфтахутдинова. По традиции красивый вид для Булата Муфтахутдинова. Смотрим надпись для Булата Муфтахутдинова. Доброе утро, Булат, и хорошего дня. Та-да-да-да. Опьянил совсем, в голове дурман. Привет, друзья, Сергей С. и Буся Сергей С. Привет вам, низкий поклон. Да, Сергей С, Буся у тебя охуенная, конечно. Ну так и вот, и благодаря тому, что у нас есть такой великий Сергей С и его Буся, мы переезжаем в нормальное жилье. Знаете, сколько стоит за сутки? Да, открою. Вот это 55 рублей стоит. Вот этот сок манговый 50 рублей. А жилье, в которое мы переезжаем, за сутки стоит 16 рублей. Да, вы не ослушались. 16 рублей. Просто 16. Не 160, не 1600, а 16 рублей. Если вы хотите также дешево снимать недвижимость за границей, то вам понадобится Airbnb, ссылочка на который внизу. Тарям. Ну все, мы завтракаем и идем. А что вы удивляетесь, да? Живем в таких трущобах. Ты помнишь пароль? Вот наш дом за 16 тысяч рублей. Ой, за 16 рублей, без всяких тысяч. Это наш первый этаж. Здесь вы можете стирать. Здесь надо разуваться. Вон, можно Кроксу спиздить. Ага, вот наша лесенка. Катькины ножки. Ну что, дорогие мои друзья. Ха-ха, шучу, нет, еволочки. Смотрите, вот наше чудесное жилье за 16 рублей в день. Рублей. Рублей. В общем, тут у нас холодильник, микроволновка. Короче, полностью кухня вся со всякими нужными штуками. Кровать. Стол, громадное окно и балкон. Охеренно большой телевизор, цветочек. А балкон что, суицидный? Да. Вот тут мы будем совершать суицид. Вот тут улица с катакомбами. И самое главное, что тут есть, это, знаете что, роскошь азиатских стран. Джакузи. Вот так вот. Поэтому Катька сегодня будет Клеопатра. Трем. Мне завалили личку в Инстаграме, ссылочка на которую внизу, и спрашиваете: Юра, Юра, how much стоит? Сейчас вам Катенька сделает обзор и цены. Смотрите, есть кошечка. Таксочка. О, мопс, ёпту. Все. А это маленькие эти, которые потом такие огромные вырастают? Я не знаю. Чё, у меня даже лапки проваливаются в дырку. Бедный мопсик. Ну, кто знает? Это они уебищные. О, сейчас нам поломачно. Вот эту покупаем. А, вот. 15 миллионов 45 тысяч. Она такая села, позирует. Охуеть, охуеть. Напишите мне породу. А потом она умрет.
Многие меня в Инстаграм спрашивают: Юра, Юра, а можно ли купить русских продуктов и какова стоимость этих продуктов в городе Хошимине? Вот такой магазин. Русиан. Это значит русский. Фуд, еда, гифт. Дифт. Русский, еда, дифт. Пойдемте, сходим, посмотрим на цены. Цены на русскую еду умножайте на 3. Ну, а сколько стоит? Давай возьмем одни. А, не возьмем? Киньте кто-нибудь 1000 на еду нам. В принципе, вон колбаса сколько стоит. Как-то 1200, нихуя. Гениальная русская. Да. Бабушка Агафья, скраб, чистая линия, низкая себе. В общем, вот, а, вот бабкины семечки, нихуя себе, 240 грамм, стоит 600 рублей. Малина, вообще просто, это же самый вкусный чай в свете. Кто? Гринфилд с малинкой. А, Гринфилд. 77, это 220 рублей. Вот это бабкины семечки. 500 грамм 170. Так то это гораздо дешевле получается. Ну да, да. Так они отсыреют. Аленки вон сколько. Сколько аленки? Аленка все сладкая да гладкая. Матрешки есть. Бочка скидывался. Это только вы пожрать, блядь, а? Ну а что, просто вообще? А, вон 70. Ну прикольно, маленький 35. А 84 каза за 100 грамм. Это кедровые орехи. О, прикольно. Блядь, жалко, что ты бедная. Угу. Цены на шпроты. 375 рублей баночка. 110 есть. Эти вон 300 рублей баночка. Что еще вам показать? Паштет. Мед таежный, 1500 баночек. Этот паштет в этом на Фукуоке был по 70 тысяч, тут по 38. 100 рублей баночка такого паштета. Блять, баранина есть. Тушенка. Да. Тушенка 155. Как-то, знаете, так обломно ходить без денег. Пришли, в общем, вот, пообедать задешево. Сколько стоит? 65. 65. 200 рублей опять. Опять берем этот суп. О, что, недорого, да? Да, воды потом дешевой купим. Все. Всем донатерам. Ау! Чем меня забрала, блядь? Сперва нам принесли Первый. Вот крапива, чеснок, укроп, лапша и щавель. И здесь грибы. Червивые. Куда червивые грибы. И салфетка. Друзья мои, а мы вместо того, чтобы... Играем. Как называется это? Дженга. Дженга. Я первый раз буду играть, представляете? А это так долго, да? Ну, сейчас. Сейчас. Дженга собирается. У меня сразу руки задрожали. Почему? Потому что снимать начал. Блин, ну с России просто есть такая штучка, чтобы, знаешь, вот обычно у одной нет дна, и ты в нее составляешь и равняешь, как по ней. Так они... вон здесь в другую надо было ставить, только у нее было дно. Ну, это так. Давай тут, тут есть свет. Давай тут. Давай им объясним сперва правила, это же иностранная игра. Ну, суть в том, чтобы проверять, какой кирпичик ты можешь вытащить. Вытаскивать его. А-а-а. Вот, допустим, вот так. И можешь положить. Тут ты можешь выбрать место любое, которое ты хочешь. И самое главное, что пока вот этот ряд не закончен, из этого ряда мы не можем доставать ничего. Все. Из этого не можем? Да. Ну, то есть всегда А-а-а. Должен быть законченный ряд. А, мне сейчас надо вытащить палочку, да? А вы лучше выставил бы ее. Ты должен проверять, да, я сейчас его упадет. А, не так легко, да? Да, нужно находить, которое ты можешь. А еще тут правила физики действуют. Нихуя, Юра талантов. А так я могу поставить? Нет, всегда завершаем ряд. Вот так, да? Ну или сюда, да, на любое место, которое хочешь. И еще там обычно можно только одну руку использовать, то есть двумя руками нельзя. Ну все, мы будем играть.
Вот в таких трущобах я живу, друзья мои. Благодаря вам. Спасибо вам огромное за то, что я бедный. А вообще, Кирюха, вот тебе кружок. Врачи — это самые лучшие люди, мне кажется. Ну, блин, вечером вот она отличная, это будет. Да, о, вышли из дома. А что, ресторан видно стало? Там нет ничего. И там нет ничего. А задача у нас — выпить по баночке пива. Просто у нас сегодня секс по плану. Вторник или среда. Надо пару палок, ух, осилить, хотя бы одну. Чтобы Катька не гундела. Оказывается, тёлочку надо поёбывать регулярно, и всё будет нормально. Да, Катюш? Да. Ну всё, идём. Как район меняется, да? О, где пиво? Куда пойдем? Пойдем. Катька как-то умудряется здесь ориентироваться, а Юрка нихуя. Тебе бикни, чушок. О, спизди меня. Нихуя. Ну, в общем, что, понятно, да, вам? О, шапка нон называется. А что ты боишься? Нихуя. Что ты боишься-то? Никто у меня телефон не украдет. Ёпт, я же крутой. Помните, этими именно словами предыдущий телефон ушел. Ушел. О, магазин фонарей. Вообще мы живем в районе электриков. Здравствуй, женщина. Здравствуйте. Да, вон там есть. Почему? Ты очень красивая. Напишите ей, что она очень красивая, в донат-адресе вместе с тысячей. А хуйню напишите, пойдете в самый угол. Взяли по баночке пивка. How much по баночке пивка? 42 тысячи? 32 получается. А, 32. Это 100 рублей выйти вечером выпить по баночке пива. Охуеть. Варламыч, за тебя пивко. А, нет, за Раджика. Напитки за Раджика. Ну и за Варламыча. Вкусненько? Закрутки со сметаной. А, засунь мне. Прям российский. Угу. Давайте. Мы русские, с нами Бог. Очень они агрессивные. Очень. Кстати, знаете, я вам что хочу рассказать? Я здесь в своем инстаграме, ссылочка на который внизу, там же, где есть ссылочка на Airbnb, на этом сайте мы именно жилье во всем мире снимаем. Про что я им говорил-то перед Airbnb? Про инстаграм. Да, в инстаграме провел опрос. Верите ли вы в Бога? Вроде, да, такой обычный вопрос. Если честно, я рассчитывал, что мои подписчики, знаете... Ну, блядь, не тупорылые это атеисты. Так и реально, вы понимаете, что 80% верят, а 20% не верят. Я так, блядь, подумал, думаю, это как? Конечно, вас чипировать, долбоебов, надо, если вы даже в такую хуйню верите. Ну, в смысле, блядь. Монетизацию снимет, ну, за что? Это оскорбление чувств верующих. Подождите, я перезапишу. Ёбаный иконостас, блядь. Короче, вы бы тут видели, что я сейчас наговорил, там что-то наговорил, но я никого не хотел оскорбить, не подумав сказал. Хали-хало, короче. Ну так и вот. А, так про это вообще нельзя лучше разговаривать, да? Я верю. Ты должен сказать, что это только твоя позиция, ты не хочешь никого осудить или что-то еще сделать. Mm-hmm. Просто высказываешь свое мнение на этот вопрос. Ну да. Да ну реально, ну блять, как? У меня подписчики, блять, все взрослые, знаете, выше 30 лет, блять.
Я вот реально этот опрос открыл, думаю, да ебаный в рот. Всех перебанил, кто да нажал. Реально не хочу с такими дебилами общаться. О, все, тихо, у нас барабаны. На что? На желание. Вот. Давай, кто проиграет, тот завтра-завтра готовит. Из чего? Из воздуха? Давай, вытаскивай. Я вытащила уже, твой вход. Ага. Хорошая серия получится. Так ты же проиграешь. Одной рукой только можно. Ага. Вытаскивай тоже одной? Да. А, так ты, блин, это хитрая. Ну тут нужно делать так, чтобы, грубо говоря... Подставить? Да. Нихуя. А у меня дома была, у которой были цветные, короче, эти штучки. Надо было кубик кидать, надо какой цвет вытаскивать. Ух, Юра. Юра Подлянов. Почему? А знаешь, бывает, что она вот так стоит, ты вытаскиваешь, падает и падает башня. Ага. Вот так мужики в 40 лет развлекаются. А вы играете в джен... Вы что? Дженга. Дженга. Ну все, минут... А, ну им же интересно будет, как упадет. Давайте дождемся, пока упадет. Это контент. Если вам нравятся такие видео... Переходите на канал другого канала. Да. О, как я схитрил, да? Чего ты схитрил-то? Прикольно. Давай, кто проиграет, тот сосет. А ты что? А, бля, что тебе помочь? А, что я буду? У меня там кончик не вываливался? Нет. Кончик. Кончик. Ого, ого. А можно сдаваться? Нет. О-о-о-о! Нихуя, вы все видите, друзья мои? Вот это контент! Вот это да! Опаньки! Сейчас мы ее с вами разнесем. Зашаталась. А, чемпион Юрий, лайк Юрцу! Не кричи, ты отвлекаешь. Да, Андрей! Я Юра. Юра! А чего? А чего? Нифига ты, мужик. Бля, если я проиграю, с вас 1000, друзья. О, не проиграю. Ну, такое. А? Что такое? Ну, шатается очень. Нихуя. Нахер ты так делаешь? Нахер ты так делаешь? Не, надо видео затянуть до 10 минут, там как раз не хватает. Ой, нихуя. Вау! Короче, ты проиграла, ты ногой задела. Пойдем, все, будешь отплачивать. Ну так, интересно было, да? Давай еще. Не, сегодня хватит. Не интересно больше, какой-то бред.